Вау, new follower. Вау, new follower. Oh no, we're being attacked. Oh no, we were attacked. Спасибо большое. Спасибо большое, Ксюха. Я тут пытаюсь разобраться с кодом, у меня ничего не выходит. Спасибо огромное за рейд, ребята. Спасибо. Я вышла к вам поздороваться, но что-то у меня ничего не выходит. Мне Настюха вот только что скинула свеженький код, короче, на пред... Как это называется правильно? На ранний доступ к игре. Да, я захватила сегодня Настюхин канал. И... бац, 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 бац. И, короче, ничего мне не выходит, представляете? Я не понимаю, почему. И я не понимаю, почему. Может быть такое, что ошиблись в коде, например. Гривен Мита. I'm not Mita. Mita's not here today. It's me. Юлия. Спасибо большое, ребята. Чу, все, подписывайтесь. Спасибо огромное. А на ту концу... Да, написано, что на ту. Да, я понимаю, что нули — это не О, а именно нули.
Здесь же на свече ну, при вводе прямо блокируют. Блин, я и так нервничала, да, капец. Я тут пыталась все настроить грамотно, и сейчас вот такая фигня. Так, нули — это нули. Я еще раз пробую. Я уже перезагрузила, ну, в смысле, перезашла два раза в шоп. И ничего не понимаю. Почему не срабатывает код? Он мне, знаете, выдает ошибку. Может быть, ошибка в самом магазине, но как ее исправить, я не знаю. Если вот, повторите попытку позже. Ну, чё? Я хотела, чтобы все круто прошло. Скинчат мы проверим? Нет, ни хрена. Короче, пишет, произошла ошибка, повторить попытку позже. Если проблема сохраняется, перезапустите Nintendo eShop и повторите попытку. Вау, не фолловер. Может быть, что-то не так реально с их серверами? Или, я не знаю, есть ли шанс того, что как-то ограничено количество попыток взять код? Спасибо. Добро пожаловать, ребят. Привет всем. Скорее всего, в коде ошибка. Но я его беру непосредственно из сообщения, которое прислали из офиса, понимаете? Перезапустить консоль, Настюха говорит, попробовать. Давайте попробуем. Давайте пока просто поболтаем. Шо, какие у кого ожидания? Блин, я так благодарна на самом деле Насте. Жалко, что при таких дурацких обстоятельствах я бы была очень рада, если бы мы вдвоем имели возможность сегодня поиграть. Но так уж вышло. И я очень-очень рада, что мне удалось приложить руку, принять участие в таком важном событии для Настиного канала. Поэтому я очень прошу простить меня. Может быть, я сейчас попробую реально зайти с компа, в смысле с десктопа, wow, в магазин Nintendo. И мы попробуем еще раз добыть код. Сейчас. Я имею в виду ввести. А можешь мне выдать VIP? Если что, Настя сейчас в чате. Она следит за тем, что здесь происходит. Я думаю, кто-то получит по жопе. Так, войти. Войти. Настя обещала? Так не ко мне, к Насте вопрос. Получается. Всем бан. Сейчас, ребят. Я так хотела поиграть, блин. Сегодня. Я очень сильно хочу. Конечно, понимаю, что мои хотелки никого не волнуют, и Ubisoft они тоже мало волнуют. Выберите изображение, где есть лодки. Господи. Так, заходим. Настя, дай код подтверждения. Настя, ты здесь? Была недавно. Там бумба. Ну, я попробую успеть как можно больше сегодня, да? Вышел вообще официальная дата выхода 4 ноября. Сейчас Настя там раздуплится. У меня Ubisoft сняли деньги за предзаказ через 13 дней после предзаказа. Интересно. Не 3-го. 4-го. Да не, Настя, код тебе должен был сейчас прийти на электронную почту. Код подтверждения от Nintendo Shop. Он говорит, код подтверждения. Подтвердите адрес электронной почты. Спасибо огромное! А почему два раза? А почему два раза-то отобразилось?
Так, не надо только всем начинать мне долбить в личку вот сейчас. Вот не надо, пожалуйста. Я тут пытаюсь с Настей вести переписку. Кот на почте. Кот на почте. Спасибо огромное, Юджин. Не... Настя, не тупи, плес. Код подтверждения, адрес электронной почты тебе от Nintendo Shop должно было сейчас прийти. Да что это такое? Капец, человек, ты вообще в себе? Капец, Юля, привет. Спасибо огромное, зачем Юджин. Так много. Но мне приятно. Спасибо. Юля, привет. Кот. Настя не понимает, что я от нее хочу. Так, кажется, поняла. Ребята, я верю. Я верю, что мы поиграем сегодня. Я верю, что все получится. Обзор гитар. Обзор гитар. Нет у меня обзора гитар. Настя, чек не спам. Да нет, она вроде видит, что я ей пишу, но не может допетрить, что я от нее хочу. Она думала, я от нее хочу этот код от игры. Да как не пришел-то? Еще раз. Сейчас придет. Как я могу установить игру, в которой у меня нету кода? Не было. Он появился только что. 54 ноября. Ну не надо, не надо потешаться надо мной. Мне и так плохо. Не надо быть такими жестокими. Так, еще раз, я зашла. Давайте попробуем. Господи, у них еще более замороченный магазин на этом. На десктопе. Где здесь ввести код? Живи. Да живу я. Но если что, в магазине... Подождите. Если я в самом магазине, здесь введу Just Dance, что он мне покажет? Он мне показывает только предзаказ и предлагает купить, но не предлагает ввести код сразу же. Что у вас? Да непонятно. Нет, он мне предлагает чисто деньги отдать, заплатить. Но даже если я заплачу, он же мне не даст просто использовать ранний доступ, если я просто занесу деньги. Nintendo eShop. Ага, спасибо. Выберите учетную запись. Вот, использовать код. О, спасибо. Сейчас. Допустим. Далее. Код он ошибку ту же самую точно выдает и на компе. 16-значный, да. Спасибо, друзья. А, то же самое происходит на компьютере. Код на свече я уже вводила, дорогой мой, хороший мой зайчик.
Я ввела его. Показывает ошибку. Ошибку выдает Nintendo Shop. Сам магазин говорит мне: ошибка. Не дам я тебе ничего скачать. Что мне делать-то? Но Ubisoft реально. Я не знаю, может быть, Настюха уже сообразила и кому-нибудь написала. Может быть, они все-таки допустили ошибку какую-то в коде. Я его и копировала, вставляла, и вводила руками. Ну, то есть исключено, что я опечатываюсь, понимаете? Это исключено. Так, еще раз. Он просто говорит: попробуйте позже, и все. А когда позже-то? Повторите попытку позже! Все. Предыдущие 3 недели не дали толком ничего. Спасибо большое, Дизет. Я сама очень сильно жду. Мне не терпится подождать. Мне не терпится подождать. Мне не терпится увидеть свое выступление. А еще знаете, что мне не терпится увидеть? Новый Just Dance 2022. Так. Так, из консоли, из компа. Есть вариант, что это код для другого региона. Ну, я написала Настюхе. Можем пока просто посидеть, пообщаться. Я с радостью с вами почили сейчас. Я свой стрим сегодня отменила, даже ради такого события. Вместо того, что код неверный, да, он говорит: просто повторите попытку позже. Но когда еще-то позже? Может быть, мне нужно бесконечно тыкать, чтобы он его принял? Типа, бесконечно пытаться его ввести, и он его примет как-нибудь? Строгая прическа у меня! У меня прическа в стиле... Я просто собрала волосы, чтобы они не мешались. Я тут готовилась разносить... Танцпол, если чё, вообще-то. Вообще-то. На чей аккаунт? На Настин, само собой. На Настин. Жёстко. Да, жёстко. Прическа в стиле развалится. Ну, я постаралась сделать так, чтобы не развалилась. Поэтому у многих, кому дали код, код тоже не активируется. Откуда такая инфа? А кому еще дали код? Настя, все, что мне написала Настя, это капец. И все, и я жду от нее ответа. Да понятно, что куча выдали на самом деле, но не может же это быть настолько огромная куча, что все старплееры, стримеры поломали, блин, Nintendo Shop. Ну это бред какой-то. Капец. Да. Да блин, чуваки, ну вы как эти. Я на ее аккаунт. У меня Настин аккаунт в руках сейчас. На ее аккаунт ввожу. Ей присланный от Ubisoft код. Он не робит, не хочет. Wow, он вот так говорит. Бум. Понимаете? Вот так. Пи-пи-м. Все. Настя написала капец и ушла. И все. Сломали сыч. Может быть, просто они сами ошиблись с кодом. Я даже сегодня надела велосипедки. Понятно, новые. Я думала, что я буду дэнсить. Капец. Ну, хз. Если что, будем играть в старую часть. Капец. Но сигнал стрим. Может, они часовые пояса поперепутывали? Я не понимаю. Я не знаю.
Я не знаю, что они могли перепутать. Ключ на Nintendo Switch. Версию Just Dance. Та-та-та-та-та-та. И ключ. Нет, но они пишут, что это на Switch. У меня в руках Switch. Что не так-то? Ты сидишь не на Настином стуле, но так это мой стул. Нет, она в смысле, она ушла из моих сообщений. Ждем 19:00. А вы думаете, что... Подождите. Early capture and streaming starting on October 29. Какое у нас время? Сейчас, секунду. Central European Summer Time. Ну, как бы, значит, вообще-то ранний доступ давно начался. Дело не во времени, видимо. Похоже на комнату ожидания Far Cry 6 или только велосипедок не было. Ну, я даже не знаю, что вам предложить. А сейчас, подождите, Настюх что-то отправила. Сейчас, короче, это пришлют на. Я вам чуть не спалила. Ну, короче, сейчас пришлют, наверное, новый код нам. Сейчас пришлют новый код. Новый код. Новый код. А может и были? Мы же не видели, что там у него было. Капец, тун-тун-тун, да? Новый код. Ну, ждем, ребят. Ждем. Рассказывайте, как у вас денечек прошел. Сегодня пятница, вообще-то. Как неделя прошла? Учебная, рабочая. Такой отстой, я так нервничала. Так, пробуем новый код. Так. Сейчас. F5. Вслух говорю, чтобы не ошибиться. Это не сработало. Сейчас. Я попробую еще раз ввести с компа. Это, ну, как бы, блин, и смешно, и, если честно, не очень смешно. Пробую с компа. Пожалуйста, блин. Код ошибки. Давайте посмотрим, что за код ошибки. Произошла ошибка. Найти. Поддержка Nintendo. Как исправить ошибку? Ага. Поищите на ней информацию о проведении технических работ в данное время. Ага. Так. Нет, пишет, что все сервера Nintendo работают нормально. А где моя випка, не понял? У меня показывает, что ты вип-пользователь. А чё? Не так. Спасибо большое за хост! Пробуй много раз. Пробую. Давайте. Ну просто решение из Гугла говорят, что такая ошибка может возникать вследствие... каких-то работ на серверах Nintendo, но Nintendo говорит, что у них все нормально, никаких технических работ не происходит. Как с Joy-Con'а? Мискликнула куда? Куда я могла?
Вы чё? Нет, вы не поняли, так... Я на компе-то я, типа, копирую и вставляю. Ну ладно, здесь бы у меня была ошибка во введении кода. На компе не может быть ошибки, потому что я непосредственно из Настиного сообщения копирую и вставляю. Вставление. Вставить. Далее. Вставить. Далее. Вставить. Далее. Код ошибки. Далее. Произошла ошибка. Происходит процесс вставления, так сказать. Ошибка. Ошибка. Ну, они же ей написали в сообщении на почту. Они написали в сообщении, короче, на почту. Вот вам, типа, ключ для свеча. Ну, что я вам могу сказать? Я тоже не знаю, что делать в такой ситуации. Это вообще какой-то кек В. Зато я постримила на Настюхин канал. Вы, наверное, соскучились по стримам, по Насте. Чё за бить-то? Он бесконечно выдает ошибку. Нет, не стоит у меня никакого пробела. Пробела нет. Вау, new follower. Спасибо огромное, ребята, что подписываетесь. Попробовать под собой, Настя говорит. В смысле, под своим аккаунтом попробовать, говорит. Что, попробуем тогда? Если что, Настюх, куплю тебе потом Just Dance. Если на моем сработает. Давайте. Ну, это лучше, чем ничего, правильно? Ты под каким активировала? Под Настиным, конечно, это Настин ключ. У тебя уже два кода, зачем покупать? Ну, может, они аннулируют еще, ну, один, например. Я не сработал-то ни один, как бы мне не хотелось, конечно. Я, конечно, не откажусь от кода на Just Dance. Nintendo. Не Nintendo, Ubisoft. Я, конечно, очень сильно не откажусь. Так. Пожалуйста, все пальчики скрестите. Вот прям все. Поехали! Ах, этот прекрасный звук. Чё говорить-то, не слышали? Ту-дун! Так, а sleep mode и перезагрузка — это одно и то же? Wow, new follower. Спасибо большое. Говори, говорят. Нет, ни одно? А как ее тогда перезагрузить? Типа прям ребутнуть?
Так, а подскажите, как? Может, в Animal Crossing зарубимся? Пофигу. Да. Тут можно тыкать. Кнопка включения. На 10 секунд. Но он мне говорит Power Options или Sleep Mode. Так. О! Спасибо огромное за сапку! Спасибо большое, Ваня! Ваня же, правильно? Ваня! Я даже запомнила. Так, идем. Идем. Ну, я, может, и ребутила, но очень давно. Он обычно у меня просто стоит на столе, и я изредка играю, поэтому... Поэтому, да, не удивляйтесь. Надеюсь, Настя скоро выздоровеет, потому что с таким стримером по джаз-дэнсу, как я, вы, конечно, товарищи, далеко не уедете, походу. Поехали, еще раз вводим. Большое спасибо нашим друзьям из Nintendo, которые предоставили прекрасные ключи раннего доступа в этот ясный пятничный вечер. Ну, короче, ошибка произошла. И она... С перезагрузкой никуда не ушла. Вот вам. Если попробовать первый. Давайте попробуем первый. Па-па-па-па-па-па-пам. Спасибо огромное, Алексей, за подарочную. Спасибо за подарочную для Гали. Спасибо. Не смогла перенести разлуку с морем. Что с Настей? Ну, я думаю, что она сама вам расскажет, если захочет. Чё я буду выдавать все ее секреты? Ну, бывает такое. Бывает, когда какая-нибудь, знаете, обострится какая-нибудь болячка. Вау, new follower. Спасибо огромное, ребят, что подписываетесь. Пожалуйста. Да. Да, предлагаю подобрать, короче, чисто... Спасибо огромное, Скимо, за подписку. Добро пожаловать, ребята. Что мне делать? Настя, ты смотришь этот стрим? Скажи, что мне делать? Это же твой канал! Кто-то бахнул из пушки. Это нинтендовские сервера взорвались, походу. Го танцевать старый. Ты не похожа на Space Me 2. Я... У кого-то пукан взорвался. Да это у меня взорвался он 2 часа назад. Ну ладно, час назад взорвался. Мы уже с вами час здесь сидим, если что. Если что. Может, они на другую консоль. Может быть, но, наверное, мы уже никогда не узнаем. Девять ноль ноль один ноль 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 ноль. Код ошибки выдает.
И сама служба поддержки Nintendo говорит, что этот код ошибки означает возможную профилактику на серверах. На внутренних, на нинтендовских. Но я не знаю, короче. Internal Cruelty. Спасибо большое за подарочное для Ghost Riz. Чё, погнали в старенький Just Dance тогда? Немножечко станцуем. Парочку танцев. Да не говори, любимый всеми стрим настроек. Давайте давайте парочку танцев станцуем и попробуем еще раз. Хорошо, а то что вы просто так пришли, что ли? Я просто так, что ли, велосипедки надела? Или что? А там до сих пор, ребята, кто играет прям в Just Dance постоянно, там до сих пор идет ивент, который... Водичка! Спасибо, Максим! Лично тебе отдать что? Уже закончился ивент? А, то есть я левитейтинг не посмотрю, да, уже? Настя что-то написала мне, какое-то опять голосовое. Не умеет человек писать обычные сообщения. Сейчас, подождите. Так, а скажите, пожалуйста, такую штуку. А кто-то, кто тоже играет, например, со Свитча, у вас есть, в принципе, в наличии на консоли такой регион, как Россия? Здесь же нету такого, правильно? Здесь есть Япония, Америки, Европа, Австралия, Новая Зеландия и Гонконг, Тайвань, Южная Корея. И все. Ну, у меня, во всяком случае, вот такой выбор. У меня стоит по умолчанию Европа. России не существует, я знал. А ключ для региона? В сообщении, которое отправила мне Настя, не уточняется, для какого региона ключ. Ну, я не думаю, что у меня какая-то особенная консоль, на которой, типа, нет региона Россия. Блин, что... Я не думаю, что Nintendo стали бы делать отдельный регион Россия, блин, для своей консоли. Это бред какой-то собачий. Россия грипп. Россия — это вообще кто, да? Нет, ну, кроме шуток. Кроме шуток. Короче, время у меня стоит. Это регион Европа. Все. Где-то я могу еще уточнить, что я в России нахожусь. А плойки нет у тебя? Нет у меня плойки. Так, нет. Утром сегодня разговаривали, или вчера вечером, спрашивала, у тебя же нет другой консоли? Если что, я тебе отправлю ее курьером, если дадут на другую консоль. Я говорю, нет, конечно. Сейчас опять спрашивают, нет у тебя плойки? Нет у меня плойки. Да, вот реально. Попробовать Америку? Уточняю, что ты в России. Благодарю.
благодарю. Короче, обновление, так сказать, информации. У Nintendo сломались... У Nintendo поломались ключи на делюкс-версию, поэтому сейчас Настя пришлет мне еще один ключ на обычную версию, и, возможно, мы запустимся. Я просто час тыкалась. Hello. Чем Deluxe отличается от обычной? Я не знаю. А, в Deluxe, наверное, доступ к... Спасибо большое. В Deluxe, наверное, есть доступ еще к Just Dance Unlimited. Да? 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 Наверное. Откуда взялась делюкс-версия? Насте отправляли изначально какую-то делюкс-версию. Deluxe Edition, в скобочках, 4 месяца доступа к Just Dance Unlimited, да. В делюксе слово... Да, разница между обычной и делюксом в том, что у делюкса сломанные ключи. You want me? I want you, baby. Та-та-та-та. Па-па-па-па-па. Па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Yeah. I got you. Moonlight. You're my star. Вот, это песня, которую мы будем для Маршала сегодня танцевать. Шугар бум. Короче, ждем ключ тогда. Тогда я не запускаю. Я вам пока спою Дула Пипу. I got you, moonlight. You're my starlight. I need you all night. Come and dance with me. I'm levitating you, moonlight. You're my... Зачем мне нужна игра? You're my starlight, I need you all night. Come and dance with me. I'm levitating. You want me? I want you, baby. My sugar boo. We're levitating. The Milky Way. We're renegading. Yeah. I got you. Я уже психую на самом деле просто. Так что не удивляйтесь. А можно было уже час так сидеть? Так я и так сижу тут это. Развлекаюсь. I got you, moonlight. Юля, а ты вернула назад, что вчера прибавляла? А, по возможности не психуйте. Окей. А что я прибавляла? Где прибавляла? You, moonlight, you're my starlight, I need you all night. Давайте сделаем пока обзор на канал сегодняшней ведущей стрима. Я понимаю, что вам, наверное, не очень интересно, на самом деле. Ну да ладно, короче. А я, у меня еще вообще... Я еще почему переживала? Потому что у меня сегодня не мой обычный ОБС, а стримлапсовский ОБС с Настиными тут непонятными какими-то штуками. Во, погнали! Обзор на канал Кошка-Морошка. Во-первых, странный непонятный ник. Да? Долгий вообще. Какой-то вообще. Ну типа...
Чё, как это читать, если ты иностранец, вообще непонятно. Вообще непонятно, как это читать, то есть абсолютно невыгодно с точки зрения pronunciation, да? Вообще херня. Трейлера канала нет, никто его не сделал, не разместил. Опять-таки, лично для вас, да, ничего для вас здесь не сделано, даже трейлера не сделали. На главной последней трансляции... Ага, самая первая трансляция, которую мы видим, с какой-то еще одной девчонкой. Сама, походу, транслировать ничего не может. Понятно. Ну ладно, здесь дальше все более-менее нормально. Категория недавно использованная кошка-морошка. Music. Just chatting. Art. Just dance. О, смотрите, она джаз-денсерка. Конкурентка, так сказать. Угу. Берем на заметочку, идем дальше. Рекомендует этих стримеров. Тупо подружек надобавляла, да, в рекомендации. Нет, чтобы рекомендовать хорошие каналы. Просто надобавляла своих подружек в рекомендации и думает, что и так пройдет. Нет, дорогая, не пройдет. Мы все поняли, мы раскусили тебя. Поехали дальше. Описание. Ничего про себя не написала, даже не потрудилась. Сообщество какое-то непонятное. Команда кошки Лорика. Как это читать, снова неясно. Неясно. Сейчас мне там Настя что-то отправила. Ничего она мне не отправила. А, лол, ты куда, блин, отправила? Ты чё, блин? Ты куда? Вам не кажется, что Настюха куда-то не туда? Так, стоп. Стоп, стоп. Никто ничего не видел. О, боже. Мне теперь магазин не грузится. Большое спасибо, Вадим, что не использовал так что такой просмотр талонов. Все, спасибо большое, ребята, что вы добросовестно не схватили ключ. Ну что ж. Так, а как теперь понять, что оно загружается? Вы не успели просто? Оно загружается. Друзья. Теперь у вас с Юлей 1-1 по палевам? А какие палевы? А какое еще было палево? Да, заработала, она начала загружаться. Дай бог теперь, чтобы она загрузилась за этот час. Это вообще какой-то кек. Ну что, поехали. Ай, не будем, ладно, не пофиг. Уже все, я уже в этом мире... Я уже в своем познании, как говорится, настолько преисполнилась, что, что ничего мне в этой вселенной уже... Ничего меня уже не удивляет, ничего мне не интересно. Ой, сколько будет скачиваться? Где-то 10-я часть скачалась уже. Надеюсь, быстро. Что вам сказать, ребята? Давай продолжим. Окей, ладно, давайте продолжим обзор кошки-морошки тогда. Поехали. Ну что ж, давайте спустимся немножечко пониже в описании канала кошки-морошки. Я только что узнала, что меня выписали.
В смысле? Тихо. Так тебя выписывают? Когда тебя выписывают? Куда прыгался? Ты мне, кстати, скажи реально, когда тебя выписывают, потому что ты мне нужна. Ты мне нужна 2 числа. Здоровая и веселая на весь день. Как тебе такое? Что такое special thanks и как это получить? Я не знаю. Ночью? Сегодня? Сегодня тебя уже выпишут, то есть ты уже... Ты будешь дома. Но там же все равно надо какое-то время еще лечение продолжать и все такое, да? Поехали, короче. Что происходит? Происходит обсер. Короче, в инфобоксе куча ненужной информации. Она нам не интересна. Нужно писать тезисно, понятно? Кто ты, что ты, сколько лет, откуда. Вот это вот все никому нафиг не обосралось. Как бы, да. Пою песни, играю на гитаре. Вот это вот, вот вообще неинтересно. Кнопка «Гир» оформлена прекрасно. Кнопка «Гир» 10 из 10. Статья с оборудованием 10 из 0... 1. 69 из 10. Прекрасная. Муа! Статья лучшая в мире. Какие-то розовые футболки, ну как бы... Как бы 20 баксов за футболку? Что? Кому это надо? Вообще непонятно. Патреон. Патреон сейчас открою, и не дай бог спалю вам последний интереснейший пост. Поэтому не буду открывать. Кнопка «Донейт». Почему на кнопке «Донейт»? Почему вот здесь вот везде красивые картинки, да? Вот здесь вот явно человек старался на кнопку «Донейт». Вообще ничего не старался человек. Вот как будто вообще не хочет, чтобы ему донейтили. Да? Да? Согласны? Да? Можете не донейтить. Вот еще прекрасная страничка, прекрасный сайт, очень красиво сделанный, шикарно, роскошно. Вот, смотрите. Здесь можно открыть, посмотреть на дискографию артиста. Lyrics — это ссылка, которая ведет на тексты песен, и follow — это страничка со всеми соцсетями и контактами. Прекрасно, прекрасно сделано, прекрасно, 10 из 10, просто брави-брависсимо. Special thanks тоже оформлено так, как будто никаких special thanks никто даже не предполагал, конечно. Song list, ну, здесь все понятно. Устаревшие смайлики, уже давно появились новые, эти никому не интересны. Цены уже давно обновились. Человеку настолько пофигу, что даже не мог обновить цены. Все, все. Осталось примерно 20 минут скачивания. Что я буду делать в эти оставшиеся 20 минут с вами, я не знаю. Я не понимаю. Ни ГГ, ни Яндекса, ничего нет. Зайди ко мне, там просто жесть. Жесть, ты мелкая на фото? На каком фото? На каком фото я мелкая? Опять левитейтинг? Я вообще, я захожу сегодня весь день еще в чат к Настюхе в Телеграме. Там такие все знатоки. Подрубай. А что подрубать? А что подрубать? А что на усигнал? Так у меня скачивается. Я говорю, 20 минут еще будет скачиваться. Зато нас почему-то... Зато нас смотрят 264 человека. Мне очень жаль, дорогие друзья, если кто-то реально пришел посмотреть на новый Just Dance. Ну, так сказать... Да там, короче, там сидят такие знатоки, капец, там они уже там все прошарили. А где фейки, а где не фейки, какие новые треки? Я вообще не знаю, какие новые треки будут в новой части. Мне вообще самой не терпится поиграть. Я очень хочу поиграть. Обзор наград с верхней полки кошки-морошки. Пихни в штуку. Зачем пихнуть-то? У меня здесь загрузка идет. Да, они там целый день перепи... Я еще почему нервничала, понимаете? Потому что они там...
Скоринг, не скоринг, темная тема. Такой трек, сякой трек. Не могли нормально мне сделать. Я себя почувствовала вообще, короче. Я вообще не шарю в игре. Да куда пихай-то и что будет? Темной темы нет. А зачем вам нужна темная тема-то? А зачем вам в Just Dance темная тема? Она вам для чего? А? Ну, типа, ладно, для работы. Ладно, для работы. На компе, на каких-то сайтах темная тема, но в меню танцевать в темноте. Ну, как бы у вас. Каждый танец — это супер яркая, сочная картинка, там человек двигается. Вообще, какая вообще разница, в меню темная тема или светлая? Можно темную тему комнаты? Так нормально? Свич пихни. Вот пристала. И что будет тебе? Пихни свич, пихни. Пихни свич. Следим за скачиванием. Давайте это, я не знаю, какие-то там положительные аффирмации. А, что там еще? Почему свич на английском? Потому что играю на английском. Ну, Дискорд, нет, так я и веду к тому, что тема в меню игры и тема в какой-то рабочей среде — это же разные вещи. Я даже футболки, вы заметили, в какой? Сегодня. А вы вдвоем будете танцевать или одновременно онлайн? Я бы очень хотела, чтобы Настя сегодня со мной танцевала, вернее, чтобы я сегодня с Настей танцевала. Написано «I just dance with Space Meta». А как сделать? Ой, у Настюхи столько сцен красивых. Подождите. А у Насти вообще нету развернутой нормальной? Ну ладно. Ну и ладно, ну и не очень-то и нужно было. Короче, пожалуйста. О чем я говорила вообще? О чем я говорила? И в шортах, да. Короче, я говорила о том, что я бы очень, конечно, хотела, чтобы Настя сегодня пригласила меня, например, к себе потанцевать, но поскольку она уже выздоравливает. Она, наверное, скоро вернется. И обязательно меня через пару неделечек к себе позовет потанцевать вместе. Принеси зеркало и встань к нам спиной напротив зеркала. Вы же и так знаете, что здесь написано. Не надо меня обманывать, пожалуйста. Просто меню уже 4 года не меняется. Не хватает чего-то нового, помимо треков. Может быть, с другой стороны, может быть, это тот случай, когда вот нормально работает, не лезь. Ну, типа, не знаю. Мне кажется, то меню, которое есть сейчас, довольно нормально отражает весь смысл игры. Может быть, я бы сделала, ну, я как пользователь, да, я как неискушенный пользователь, может быть, сделала бы начальной страницей какую-то вот страницу профиля с персональными советами для тебя. Ну, вот эти вот есть страничка с челленджами. Но она где-то обычно в самом низу там спрятана, и к ней надо переходить. Мне кажется, было бы прикольно, если бы она была открыта по умолчанию, например. В DD17 было полно интересных режимов. А, например, что там было? Новые режимы нужны. Я знаю только режим, вот который sweat mode.
А какие еще режимы? Какие еще режимы? У нас такая задержка с вами большая или что? Почему мне не отвечают? Или вы игнорите? ДД-машина, квест-мод. Я даже не знаю, что это такое. Квест-мод. Just Dance. Just Dance Now, мод, много денег. Я сейчас что-то запретную какую-то информацию здесь прочитаю. Нет, не надо, спасибо, пожалуйста. Sweat Babies. Нет, вот я знаю реально только Sweat Mode. Больше никаких, по-моему, не видела. Quick Play. А чё, кстати, 720? Настюхина настройки, видимо. Почему 720? А, у Насти еще, наверное, 720, потому что это. Потому что что? Потому что не партнерка. Качество стрима 720. Надо тебе старую версию показать. Не, ну, конечно, я не играла в чисто старые. Я только знаю старые треки благодаря этому. Благодаря Unlimited. Блин, мне пришла рассылка, как назло, от Nintendo. Оформите предзаказ на DLC Happy Home Paradise. Конечно, я хочу. А сколько это стоит? Скажите, пожалуйста. Есть любители Animal Crossing? Бронируйте билет на Архипелаг и готовьтесь к выходу этого платного DLC 5 ноября. Настюх, ты будешь играть в Animal Crossing заново на новом свече своем? Шестнадцать-семнадцать, хорошо были. Happy Home. Happy Home Paradise называется. Слова гангста там не было. Превращайте мечты в реальность вместе с Лотти и ее командой курортного бюро. Воплощайте мечты в жизнь. А, типа летний домик какой-то можно строить дополнительно. Не забывайте про свой остров. Новые тренды в дизайне. О, боже. Загрузка игры просто бетономешалка. Ну, блин, бетономешалка хотя бы, знаете, она быстрая, мощная, сочная. Это что такое? 16 минут еще целых ждать. Это пипец какой-то. Просто если бы у нас рабочий ключ был в 6 часов, как мы договаривались с Ubisoft'ом, я, конечно, ничего там не это, я ничего не претендую вообще ни на что, да? Да? Но если бы ключ был вовремя рабочий, мы бы уже час с вами как танцевали. У меня Wi-Fi. А как у меня Switch будет работать? А, ну да. Нет, у меня Wi-Fi. Кошка-морошка is raiding with a party of 14. Thank you so much. Спасибо, кошка-морошка. У меня как бы провод только у двери. Ай, нет. Нет, провод вот до сюда идет. Гоню. Куда идти душнить на Ubisoft? Не знаю, кому-нибудь напишите. Кто такая кошка-морошка? Не знаю. Какая это девка? С галкой. 2500, короче, стоит Animal Crossing дополнение. Они, конечно, вообще молодцы. Что еще вам рассказать? Что еще вам показать? Ты знаешь, кто это?
Кто такая? Кто такая? Ну как бы, это сладкий виражок. Послушал новый альбом от Кошка Морошка. Это звучит неплохо, рекомендую. Спасибо большое, Бискути Мэн. Новый, это который? Это который до весны или который совсем-совсем новый? Я тут отправила на релиз совсем новый релиз, простите за тавтологию. А он настолько быстро загрузился, что я не успела к этому подготовиться. Ну, типа, я думала, что по стандарту они где-то... Обычно пока доходит релиз музыкальный до всех интернет-площадок, происходит, ну, проходит, типа, 5-7 дней. А тут так получилось, что все загрузилось настолько быстро. Я думала, у меня еще будет времечко, я там один еще второй постик в Инстаграм сделаю. Ну, то есть как-то так это... А оно так быстро все произошло. Да, не было официального анонса по той простой причине, что, ну, я жду. Ну, типа, я ждала, что появится везде через денечков 5, и я как раз для всего, ну, сделаю официальный пост с анонсом, со ссылками на все площадки. Чё, первым станцуешь? Я бы начала с чего-нибудь попроще, ну, типа, я бы отранжировала от простого к сложному и с чего-нибудь простого, наверное. В машине достойно качает, правда? Релиз без текста песен. Юля, какой дистрибьютор? Я использую сейчас Ландер, они мне очень нравятся. Очень быстро работают, очень быстрая у них поддержка, очень быстро отвечают. Ну, то есть, по сравнению с предыдущим моим дистрибьютором, вообще прям... Небо и земля. Они там практически сразу отсылают, типа, здравствуйте, здравствуйте, спасибо, пожалуйста. Вот поправьте здесь вот, пожалуйста, там то-то, то-то. Бумбаю? А она простая? Она, наверное, капец там. Да, Ландер. Call me. Да какой СР? Я не умею с твоим СР пользоваться. Мне где смотреть? У них и Яндекс есть, да. Чё открыть? Это под тобой опять открывать? Мне еще пока открывать нечего, Настюха. Я сижу как это, блин. Капец. Если вообще, я себя чувствую такой идиоткой, если честно. Я сижу на чужом канале. Я сижу на чужом канале уже 1.5 часа. Пытаюсь запустить игру. Которые даже не мне дали код. А все коды, которые до этого давали, они еще и оказались неправильные. Это какой-то капец, если честно. Ландер, хрен моржовый, да. Здорово сидим же душевно. Ну, мне нормально в целом. Мне нормально в целом, но я переживаю, что вам ненормально. Вы, это же вы ждете. Я, конечно, тоже жду. Но вы-то еще больше же ждете. Вы вообще ждали Настю сегодня. А пришла я, появилась зачем-то. И еще 10 минут целых. Вам нормально? Нормально? Ой. Ты обязана обряд пройти, станцевать шакарон? О, там вообще столько песен, которые я хочу станцевать. Спасибо огромное, ребят, что подписываетесь. Спасибо. Спасибо, что поддерживаете меня и Настюху в такой непростой ситуации. Шакарон-макарон, да, я видела, что там есть этот танец. Я еще очень хочу... Вы там столько скидывали этих анонсов в Настином телеграме, что я запуталась, какие из них нормальные, а какие из них фейковые. Я точно хочу попробовать левитейтинг.
Small Town Boy, потом что еще? Freed from Desire. Вот, Pussycat Dolls трек очень хочу попробовать. Ну, видимо, Шакарон Макарон. Что еще? Только я сразу скажу, я не это, я ни разу не... Ну, левитейтинг, а я левитейтинг, по-моему, сказала. Я не смотрела никаких анонсов, я не знаю хореографию, я тут буду вообще всякую фигню делать, лажать, понятно? Там фейков почти нет. Баттонс не будет, он появится только в день релиза. А мне Настя написала, что там все треки уже можно, ну, можно уже юзать, можно их стримить, все, что они вроде как все должны быть доступны. Нет? Разве нет? Первый мальчик танцует? Я согласна! Я согласна! Ну, я говорю, я, наверное, ранжирую в порядке сложности. А вообще я бы сходила в туалет. Розово-волосого? Левитейтинг, да. Который... You want me! I want you, baby! My sugar boo! We levitating, вот это. За них как браузеры смайлики накладываются, они у нас верстку сперли. Что это значит? Я не собираюсь никакую давать модерку и эту, и випку. Не надо у меня просить. Не я хозяйка канала. Я здесь сегодня... Я тут все-то сижу. Короче, да, предлагаю сделать перерыв буквально минуты на 3-4, ну, типа на туалет, там, чаек, водичку и всякое такое. И как раз мы вернемся, и можно будет запускать. Давайте, скоро приду.
Так, ну чё, я здесь. 4 минуты. 4 минуты. Слушай, Игорь, а ты здесь? Игорь, а ты здесь? Игорь, ты здесь? Игорь, ты здесь? Игорь, ты здесь? Так. Сейчас. О, фуск. Стоп. А как мне сделать в Streamlabs OBS, чтобы у меня работал проектор не сцены, а одного источника? Никак не сделать. Ёкарный бабай. Да, у Игоря я хотела спросить про вывод звука. Мы же делали... Хотя ладно, я просто дам, наверное, не деск и все. Я сделала, как я помню, но не факт, что я помню правильно. Свойства прожектор. А, для ввод, для источника, Господь. Я нашла. Все, я нашла, не переживайте. Я нашла 2 минутки. Не прячьте Игоря. Он мне так нужен сейчас. Не прячьте, пожалуйста. 2 минуты. Можно сделать так, кстати. 2 минуты. Вау, new follower. Спасибо большое, ребята, что фолловитесь на канал. Добро пожаловать. 2 минуты. 2 минутес. 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 Да вообще, как будто Нового года жду. Мне кажется, у меня впервые такое. 1 минута! Я уже джойкон вот на руку надела. Да я уже все, я не посидею. Я больше всего нервничала первый час. Сейчас я уже подрасслабилась, как бы, знаете. Уже все. Уже... В смысле еще установка? Вы чё? Какая установка? Вы чё, блин? Вы чё меня пугаете? Капец, еще смайлики эти ваши по экрану передвигаются. Ясно, я подумала, что это муха какая-то или таракан. Еще обнову 5 гигабайт. Да чё вы, блин, сейчас накаркаете реально? Тихо. А можно мне со своей... Так, нет, ладно, со Space Meet'ы надо подрубать. Вам слышно консоль? Да, вам слышно. Да, ее же Максим подарил. Я с таким лицом сижу. Вам не видно почти. Ой.
как-то так прямо новенько выглядит, все прикольненько. У меня Joy-Con. Тихая консоль. Так. Сейчас, ребят. Можно погромче. Так нормально? Так, нет, так, наверное, не нормально. Давайте чуть потише сделаем. Хорошо. Let's go. Подождите. Я теряюсь. Так, меня научили. Welcome back, Space Mita. It seems you have played Just Dance before. We retrieved your profile and updated it. Короче, они распознали Настюху, что она уже застарелый игрок. Это что такое? Тебе дали новую аватарку. Тебе еще дали новую аватарку. И какой-то статус дали. Короче, капец. Добро пожаловать в Just Dance. Танцуй под свои любимые треки и находи новые. Что? Ну что? Ну, левитейтинг, кстати, должен быть изи.
Смотри, человек вообще в себе. Ты чего делаешь? Зачем так много? Спасибо огромное, Маршал. Спасибо. Маршал, великий дуэт. Маршалу понравился левитейтинг. Спасибо большое. Хочу бы... Так, сейчас я разберусь, пожалуйста. Подождите. Как включить плейлист чисто новой игры? А где? Вот здесь? Сон в листе. Окей. Понял. Почему у меня первый Unlimited вылазит? И чё? Миллион песен Unlimited. Вверх надо было листать? Kids Mode. И чё? Сейчас есть задержка? Слушай, я не поняла пока. А вот. Вот! Ну поехали. Поехали, включим. Только не экстрим. Подождите, надо обычный. Нихера себе там какие танцы. Чё, тестим? Тестим второй трек! Я не знаю эту песню, если что. Сейчас будет нормально. New follower. Нет задержки. Нет задержки. Так что если я буду лажать, это только я. Follower.
вот это она делает. А, она еще садится. Они там складываются в огромного трансформера. Вау, new follower. Короче, я запыхалась. Есть экстримка, но экстримку я... Можно не буду, пожалуйста? Можно? Можно, пожалуйста? Без экстримок. Спасибо огромное, Игорь, да. Я не поняла, что ты сделал. Но это решило проблему. Динамическая камера? То, что она двигается, да. Я, например, со второго раза только поняла, что она там присаживается. В одном моменте. Вау, new follower. Так. Ну ладно, теперь можно я сама выйду. Капец, человек, ты вообще в себе? Ты чего делаешь? Зачем круто так танцуешь, много? Настя, мне Настя круто танцуешь, спасибо. Реально. Круто танцуешь, Настя, улыбка. Спасибо большое. Вау, new follower. Так, что у нас тут еще есть? Блин, босс Вич, это же... I'm a witch, I'm a boss, and I shine like gloss. А я хочу вот это тоже. Я хочу тут все. Сегодня на первом будет «Знает кто?» Не знаю кто. Это я не знаю. Че, поехали, Шакарон? Ну да, прикольно придумали на самом деле. И слово «бич», которое... Ой, я что сказала? И слово это как бы логично заменили, да. Что, погнали? Ой. Ой. Макарон. Шакарон. Chug a run, chug a run, chug a run, chug a run.
Пусть все будет хорошо. Мир вашему дому. Всем здоровья, счастья, солнца. Джудас, пожалуйста. Сейчас. Сейчас сделай.
прикольный танец, но там столько всяких вот этих деталек, там ручками все показывают, так прикольно. Все равно у меня растрепался вот этот хвост дурацкий. Очень жарко, реально жарко, знаете, как жарко. Я уже голова вспотела. Я в любви. Блин, я очень люблю эту песню. Ты тоже вспотела, Настюха? Так, ты там сильно не перенапрягайся, пожалуйста. Пожалуйста, не перенапрягайся, тебе еще восстанавливаться надо. Что дальше? Хотя, что я вас спрашиваешь, сама что-нибудь найду? Блин, эта песня прикольная, кстати. Ну, в смысле, она мне нравилась одно время, когда она только вышла. Давайте уже мальчика, давайте, найдем только. А это что? А-а-а, это Кэти Перри. А это что? Level up, level up, level up, level up. Ну, я знаю песню, но я что-то подозреваю, что там жопа. Мистер Блю Скай. Какой очаровательный, это кукла. Прикол. Rock Your Body мы смотрели. Блин, вот это еще я хочу. Но он хард прям. А где? А где мой мальчик? Вот он. Давайте мальчик. Это сейчас будет вообще боль, страдание. Для атмосферы.
занимались, если честно. Я офигела. Но здесь столько каких-то неочевидных движений. Всяких прикольных. Нет. Это бронский бит. Я офигела, короче. Ну, это вот тот случай, когда... если предыдущий танец мы смотрели, там были какие-то похожие на что-то старое партии, в смысле, похожие движения. А это прям вообще ни на что не похоже. Так, ну я офигела, конечно. Спасибо, Растафари, уже побила. Помираю вообще. Что у нас еще есть? Вот это, кстати, Remake Me Feel прикольный. Должен быть. Или уже блестит? Я уже конкретно вспотела. Я не то, что... Давайте You Make Me Feel. Я очень хочу ее посмотреть. Я обожаю вот такое диско танцевальное. Тем более там такой импозантный коуч. Интересный. Это вам, водичка? Мне надо про треки. Ну хорошо, следующий будет Judas. Мне надо реально как-то продышаться немножко. А вам надо показывать, кстати, ребята, типа... Поближе там коучи, фон или пофиг. А то я только себя показываю. А потом Judas, давай. Пофиг. Поехали. Так, ну все, я на чили на расслабоне, а то я так долго не вытяну. Взял микрофон! Боже!
наконец-то попала ногой! Ручки везде вот так делает, потому что га-га. Коуч стерва. Откуда вы знаете? Может, она хороший человек? Ну, короче, вы поняли. У меня какой-то странный. При этом, смотрите. Вот эта песня по сложности стоит медиум, да? И она довольно лайтовая, но здесь как бы нету каких-то очень энергозатратных движений. Ну, только руками машешь. И Small Town Boy, который медиум, но там куча сложных движений. И она очень энергичная. И непонятно, почему такая градация. Ну, типа, и это медиум, и это медиум. Грубо говоря, это 200. А что, все, хватит? Давайте последний трек, и я пойду мыться. Какой хотите. Давайте Настюха что-нибудь выберет. О, Настейша! Офигеть! Вы помните Анастейшу? Немного. Перед Леди Гагой мы танцевали Small Town Boy. Бумбаюночу. Но у меня же нет четверых. Я не поняла. Знакомая какая песня. До Джудас. Понятия не имею, что такое супер М. Вот это что за песня такая, я тоже не знаю. Они добавили, кстати, коуча в костюме кенгуру, впервые вижу. Это Анастейша, это Меган Трейнер. Это какая-то Black Eyed Peas и Шакира. Это Билли Айлиш. Ну, с Билли Айлиш все понятно. У нее все танцы под Билли Айлиш — это просто трясти руками и ногами в рандомном порядке. Я даже не хочу ее смотреть. Freed from Desire мы еще танцевали. Мы уже танцевали. Freed from Desire was about 20 minutes ago. I'm sorry. Это не знаю, что такое тоже. Походу, я не знаю ничего здесь больше. А, вот еще лама, точно, ламу еще добавили. А, может, Beach Boss, извините, Beach Boss посмотрим, может быть. Водичка. Давайте посмотрим. Подождите, здесь написано какая-то Scarlett Claw. Кто такая Scarlett Claw? Я не поняла. Че, что такое? А где моя любименькая? Это самая. А почему они указали, типа... А почему они указали кавер, а не Doja Cat? I'm a witch, I'm a boss. I'm a
Так они здесь поменяли только слово «бич» на слово «witch» и все, и поставили другого автора. Здесь капец, камера мешает. Она слишком активно дергается. Ну чё? А, может напоследок Run the World и всё? Погнали! Я буквально вот по случайности в среду... В среду вечером, когда плохо себя чувствовала, я смотрела лайв Бьонсе на последней Коачелле. Она там вообще... Ну вот, давайте, пожалуйста. Ну что за Nails Heels? Это вот это. Вот это. Ну ладно. Не, ну Настюхин канал, ладно, она попросила. Давайте. Все. Потом Бьонсе потанцуем когда-нибудь в другой раз. Nails, hair, hips, heels, just dance, it thrills, purse full, big bills, yes, I'm a big deal, ladies, gents, boys, girls, let's twerk, let's twirl, beat me, you wish, new moves, who this, see that high score, when you gotta put your name on, you're a superstar, yeah, it's time to get your fame on, strut your stuff, ain't no time to get your lame on, just dance, it's time to get your game on, girl, what did that girl just say, girl, girl, just dance, let's work, just dance, let's slay, Let me see you do your thing. It's time to play. Okay. A solo or duet. A trio or quartet. New moves you ain't seen yet. It's time to break a sweat. Now we gon' break a sweat. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. Nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels. Nails, hair.
hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. You, me, them, us, LGBTQ plus, head, shoulders, knees, toes, hands up, strike a pose, switch it up, hit your stance, just don't split your pants, brothers, sisters, unks, aunts, who cares, just dance, get your dance crew, it's gonna be fun, don't stop now, we've only begun, watch out, I'm hot like the sun, y'all 5, 4, 3, 2's, I'm a one, girl, what did that girl just say, girl? Go, just dance, let's work, just dance, let's slay, let me see you do your thing, it's time to play, a solo or duet, a trio or quartet, new moves you ain't seen yet, it's time to break a sweat, now we gon' break a sweat, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Okay, just dancers, y'all know what time it is, come on, everybody on the floor, everybody on the floor, and I want you to get your mom, get your dad, get your cousin, get your dog. Get your cousin, get your dog. I want to see you dance, I want to see you play, come on, drop for me, drop for me. Что? Drop for me, drop for me, drop, drop for me, drop for me, drop for me, drop for me, drop now, pop for me, pop for me. У меня коленка хрустнула. Это прикольный трек. Я на все согласна. Все, это был... Это, не, это был финиш на сегодня. Я пошла мыться. Я хочу есть уже. Feast for me было вообще 10 из 10. Не, класс. Они вообще... Они всех ублажили этой песней. Всех, кого надо, упомянули. Все классные движения сделали. Дядечка 10 из 10. Да куда гоя счета? Игорь! Да, just don't split your pants. Фу. Да, там прям прикольный вот этот конец. Прикольно сделано. Показать заблокированное. Экстримка. Ну тут конкретный вок какой-то вообще. И вон со всякими наклончиками. Да-да-да, я только хотела сказать, что трек вполне себе такой для шоу RuPaul Drag Race. Вообще прям очень в тему. Кстати, когда новый сезон? Я очень жду. RuPaul, call me, please. Я самый большой поклонник. Блин, спасибо тебе, Настя, что дала возможность поиграть сегодня. Я огромное удовольствие получила от новых треков. По-моему, клево. Здесь тоже есть экстримка. Там какой-то мега-чел.
из 60-х. Зацените. Спасла положение. Спасибо, ребята, что... Спасибо вам. Так, подождите, давайте посмотрим еще что прикольное. А вот это что? А, это к Шакире. Экстримка. Есть еще что-то такое специфическое, что я вам должна показать, но не шарю, типа. Шанделир есть экстримка. А, нет, это не экстримка, это Contemporary Dance Version. Ну, Contemporary, читай в скобочках. Танцуй, что хочешь, просто болтайся из стороны в сторону. На Who Run The World тоже есть экстримка. На одного. Я обязательно выучу ее. И вот Суакара. Тут сидя на двоих. Конечно, станцуем. Настя, ты чё? Это даже не обсуждается. Другой вопрос, что на следующем неделе в городе, но через неделю. Вот. Через недельку обязательно зовите еще раз к себе на канал. Настя. Да я думаю, что Настя и на неделе вам обязательно постримит новую часть. Я жесть вообще, я как из фитнеса вышла, просто посмотрите. Я пойду в душ. Спасибо огромное всем, кто пришел поддержать мои жалкие попытки. Спасибо всем, кто пришел поддержать Настюху. Спасибо огромное, ребята, всем. Спасибо Насте за такую возможность сегодня постримить. Это огромная честь была для меня сегодня провести для вас этот стрим. Ребята, спасибо, конечно, Ubisoft за ключ, пусть и поздний. Спасибо. Чё, кого-то надо рейдить, Настя? Вау, не фолловер. Хотя вымокло, реально. Спасибо, ребят, что подписываетесь. Спасибо, Nintendo, за контент. Но это же не Nintendo. Это же не Nintendo. Дину, а кто такая Дина? Дину, а кто такая Дина? А я сейчас посмотрю, кто у Настюхи в подписках. The Fairy Dina, которая? Погнали. Ага, я увидела тут кого-то. No. Да, сейчас я кину рейд. Но я сразу сольюсь, потому что я там не в вашей тусовке, я ничего там не понимаю у вас. Все, спасибо большое, ребята. Спасибо. Подписывайтесь на Настюху. Подписывайтесь на мой канал, в конце концов, что там. Заходите, завтра у нас будет где-то в 11 по Москве ленивый утренний музыкальный. Что-нибудь попоем. Вот, подписывайтесь на Настю, на Телеграм, на Инстаграм. На все везде подписывайтесь. Да, Настюхе желаем скорейшего выздоровления, чтобы она бодренькая уже со следующей недели вышла. Голосуйте в конкурсе HyperX, да! Голосуйте в конкурсе, точно! Пишите Aloha from Space, вон Настюха вам написала. Все, чмоки и пока! Пока!